Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня, и сегодня мы с вами будем тестировать и смотреть на моем лице, губах и так далее, такие вот новинки. Сразу скажу, что новинок много, тестировать придется очень долго, поэтому, может быть, видео будет в нескольких частях, потому что, ну, такую красоту, как вы видите, я уже помучила, да? Да, такую красоту хочется показать, чтобы она была прям идеально показана, чтобы была вся в подробностях. В общем, супер, просто супер. Ну что ж, начнем с вами с сенсации в компании Faberlic. Это, конечно же, макияж вне возраста. Две минутки поговорим сейчас с вами об этом. Это просто круто. Это у нас выпускается макияж для молодости кожи, для всех возрастов. Модели пишут очень интересно. Ну вот женщина, например, да, примерно 40 лет моего возраста пишет: для меня важен уход за кожей в течение всего дня, хочу вернуть ей здоровье и сияние, да, кто-то пишет, что мне хочется сделать взгляд более открытым, замаскировать пигментные пятна, но при этом не перегрузить кожу и не подчеркнуть морщинки. И, конечно, компания услышала все эти просьбы и создала линейку макияжа для молодости кожи. Средства ИЦ коллаген, которые преображают кожу в любом возрасте. Я вам честно скажу, что дня три, наверное, я уже эту косметику всю тестирую. И не только эту, эликсир новый для волос и так далее. Вот. И хочется, конечно же, обо всем поговорить очень мега подробно. Но недаром же это обзор, да, новинок. В общем, ассортимент расширили по полной. Спасибо огромной компании Faberlic. В ней всегда интересно. Итак, коллаген способствует гладкости и упругости кожи, мощному лифтинг-эффекту, разглаживанию возрастных и мимических морщин, четкие контуры лица. Ну что ж, поехали. И первое, что у нас с вами есть, это помады. Очень много оттенков. У меня сразу, честно скажу, все оттеночки есть. Вот они, красавчики, 10 оттеночков. Но начнем мы с вами с такого вот коллагена-бустера BB-крем 30 мл. Это активная формула BB-крема, которая улучшает качество кожи, выравнивает тон, разглаживает мелкие морщинки. Покрытие у него единичка, то есть очень-очень легкое, суперлегкое покрытие. То есть оно ничего не будет маскировать, оно будет увлажнять и выравнивать тон. А маскировать мы с вами будем, я так понимаю, кушонами или консилерами, которые сегодня тоже посмотрим. Итак, значит, идет у него легкий крем-гель, финиш максимально естественный, также идет активная формула BB-крема, которая улучшает качество кожи, выравнивает тон и разглаживает мелкие морщинки. Идеален для повседневного макияжа, можно использовать самостоятельно или в качестве основы под тональное средство. Вот когда же, как основа под тональное средство, представляете? В общем, смотрите, его пришло два вида. Нюдовый, получается, 67,90, и теплый бежевый 67,91. То есть это, можно так сказать, уход до макияжа или сам макияж. Значит, сейчас у меня на руке 67,90, то есть такой вот красавчик. Ну, он действительно, знаете, как вот бальзам какой-то, очень нежный, легкий и прекрасный, мне нравится, как бальзамчик идет. Вот так он ложится, кладется с такого вот носика. Да, ну он, как вы видите, самый светлый оттенок, а мне рыжеватый получается. Угу. Ну и он абсолютно ничего не перекрывает, но он не забивается в поры, а ничего не происходит, в принципе, такого. Так, второй оттеночек у нас идет 67,91. Давайте же я его тоже нанесу. Ну, не такой уж он и жидкий, но жидковатый. Я бы так выразилась. Такой нормально удобная консистенция. Значит, 67,91, это у нас получается теплый бежевый тон. Угу. Такие прям, ну вот они на камеру точь-точь такие же, как и вживую. И между собой что-то я не вижу, чтобы они сильно отличались. Вот этот может быть более как-то розовее, а вот этот может быть более как-то желтей, что ли. Да, то есть интересно, давайте издалека посмотрим. Поближе посмотрим консистенцию. Я думаю, что интересно будет, да? И так, и так. Так, значит, тут я буду наносить 67,91. Угу. 67,91. А тут, значит, 67,90. Да, посмотрим с вами, как он себя ведет. Ну, вот у меня как раз есть сейчас недостаточки, которые хотелось бы скрыть. Поэтому, мне кажется, самое то.
Очень такой рыжий он. Но такое чувство, что он подстраивается все-таки под цвет кожи. И кожу, если и перекрашивать, то только слегка. Ну, как бы вот видите, да, разница. Разница, в принципе, большая. Ну, что могу сказать, он для меня все-таки темноват. То есть вот мой цвет лица пока еще. У меня такая розовиночка, да, лицо розовенькое. Как у поросеночка, да? А тут как бы, ну, я стала желтая. Да, у меня еще тут воспаление в глазу вскочило. Из-за этого поздно снимаю новинки. Вот. Ну, это я его просто натерла, можно так сказать. Вот. Так. Ну, как бы, вы знаете, он, интересно, очень нанесся. И такое чувство, что я нанесла действительно какую-то базу под макияж, которая уже что-то да перекрыла немножечко, да. То есть, если человеку хочется быть просто свежей, и вот таких вот явных недостатков нету, то, в принципе, будет нормально. Если недостаточки есть, то они не скроются вообще. Но лицо он выровнял прям хорошо очень. Спонжик у нас, кстати, очень качественный, 910-243, очень мне нравится. Вот еще хочу посмотреть не на камеру, а вживую. Ну, знаете, в морщинке он не набрался, молодец такой. Но такое чувство, что действительно, я просто нанесла крем и чуть-чуть покрасила в темный цвет лицо. Все. То есть по сравнению с грудью, мое лицо приобрело слегка темноватый оттеночек. Не знаю, но если он как основа подтональный, то это, в принципе, очень даже и неплохо. Но нужно следить за тем, все ли вы прокрасили, иначе будет, ну, кардинально отличаться. Давайте теперь этот оттеночек попробуем. Угу. Ну, этот как будто бы посветлее даже. Я еще тут в зеркало смотрюсь. Ну, не забывайте, что я совсем-совсем очень светленькая. Я не знаю, мне вообще повезло. Мне природа прям улыбнулась мне, да. Я светлокожая, у меня нормальная кожа, то есть не сухая. Но бывает, да, когда батареи, конечно, любая кожа будет сохнуть. У меня нормальная не сухая кожа. Еще и плюс ко всему, у меня свои черные ресницы. Да, свои черные ресницы, черные брови. Еще бы не седина. Можно сказать, и так макияж сделан. Ну вот, видите, да, где пятнышко, где родинка, где проблемки временные. Он вообще, как бы, ничего, можно сказать, не перекрыл. Но его очень комфортно наносить на веки. И такое чувство, что я, честно вам скажу, опять, у меня уже такой второй раз в компании Faberlic, я опять не могу понять, где какой нанесен. Вот серьезно, они как будто сливаются. Я не вижу особой разницы, как бы, да. Вот сейчас перевернуть, а вот и, да. Если первым пройтись, то, в принципе, ну, вот такая вот, да, конструкция очень интересная. Но как основа под макияж действительно хорошо подойдет. Ощущения того, что что-то нанесено на кожу, абсолютно нет. Очень легкая вещь, очень легкая. Прямо мега-супер легкая, я бы так выразилась. Даже не знаю. Да, то есть, ну, как бы интересно просто было попользоваться. Угу. Ну, как бы решать вам, подходит вам эта новинка, не подходит. Я пользуюсь антивозрастными кремами еще до нанесения вот этих BB-средств, поэтому я не вижу в них особо какой-то надобности. Да, и плюс они еще SPF 15, но вот сейчас весной наносить SPF 15, я думаю, что будет здорово, как бы. Великолепно, потому что до весны совсем уже чуть-чуть дней осталось. И то, что тут есть SPF, это тоже очень хорошо. Это для ухода нужно. Очень такое интересное средство.
Да, не забудь бы подубрать потом. Да, очень интересное средство, которое помогает, я так поняла, что чуть слегка выровнять и очень хорошо ухаживать за кожей. Да? То есть гидролизированный коллаген плюс аминокислоты – это уменьшенные молекулы коллагена, которые проникают в глубокие слои кожи, укрепляя ее каркас и препятствуя образованию морщин. Ну, супер, ребята. Да, еще есть SPF 15. Я думаю, что здорово. Нужный очень продукт. И что меня порадовало, знаете, я их оба израсходую, потому что оттенки на моем лице оказались, как вы сами видели, универсальными. Это, конечно, прикольно, но у меня такой уже второй раз. И именно серия It's Clear. Как будто она подстраивается, но нигде не заявлено, что она подстроилась. Вот прям нигде нету этого заявления. Так, дальше, что бы хотелось вам показать. Так, перепрыгиваю. Это, конечно же, следующие средства, такие как кушон. Вот кушон мне безумно понравился. Я даже пожалела, что я взяла в запасники предыдущий кушон, сменные блоки, потому что этот кушон просто мега-мега вау. Просто очень круто. Так, ну что ж, давайте будем смотреть. Значит, тональная сыворотка кушон. Вот такая вот красотка. Кстати, я это все уже распечатала до вас. Смотрите, одну оставила распечатанной, то есть она прям в пленочке. Пленочки завернуты, что никто до вас это дело не открывал. И причем, пока вы не разрежете и не снимете его, ну, ничего не изменится. Тут очень тяжело его открыть, распечатать. Видите, какая красота. Этот кушон нас с вами радует, конечно же, SPF 25. Очень круто. Он также нас радует коллагеном плюс витамином С. Это синергетическое действие компонентов для борьбы с пигментацией и защиты кожи от воздействия УФ-лучей. Да? Ну, вообще, у кого пигментация, у меня она тоже, кстати, есть. Нужно как бы по-хорошему к этому делу относиться, чтобы она не разрослась до огромных размеров. Такое вот зеркальце прикольное. Большое, хорошее, удобное. Новый абсолютно спонжик. То есть он не такой, как предыдущий, в форме капельки такой, да, видите. Заостренный кончик. Ну, наверное, чтобы удобно было у глаз где-то вот. Хорошо, да. Дальше, значит, открываем с вами дальше. У нас с вами идет такая вот крышка. Ну, я так понимаю, что и сменные кушоны будут. Да, пока что этот, вот он, видите, сам по себе кушончик. Все оно удобно разбирается. И я так понимаю, что сменные тоже будут. Ну что ж, я это дело отрываю. Тут есть надпись It's Collagen by Faverlic. И поедем с вами смотреть. То есть это у нас оттенок 67-59. Просто шикарное нанесение. Он такой шелковый, он приятный. Кстати, как у него аромат. Аромат тоже весьма приятный. Смотрите, он даже цвет, наверное, немножечко меняет. Видите, я его нанесла. И он сразу же светлеет на моей руке, что очень-очень приятно. И обратите внимание, да, тут видно, где ровно, где нет. То есть прямо резкая граница. Он выравнивает и маскирует очень хорошо. У него супер перекрытие. Да, кстати, и перекрытие у него троечка получается, очень крутое. Также у него кремовая сыворотка, текстура и финиш натуральный матовый. Он без блесток, без всего. То есть он, получается, маскирует несовершенство, уменьшает покраснение, успокаивает кожу. Накопительный эффект осветляет кожу и выравнивает ее тон. Такая приятная штука, которая ухаживает еще и с коллагеном идет. Еще и SPF 25, это очень хорошо. 25 это сильно. Тональная сыворотка кушон. Покрытие легко наслаивается от среднего до плотного. Действительно так. Он стоит этих денег. Я прям рада, что такая новинка классная, клевая, и я могу ее попробовать. Да, вот уже заморала. Ну, ничего, бывает. Вот это у нас идет 67-95. Просто отлично маскирует, видите. 67-95 это ванильный, то есть это мой оттеночек, я прям сразу вижу, что он мой. И 67-96 нейтральный бежевый, только что при вас открыла. Тут опять-таки закрытое зеркальце получается. Дальше этот же самый спонжик открываем. Вместе с вами. Та-дам-да-дам. Слушайте, а какой цвет-то красивый. Как будто даже прикольнее, чем этот. Посмотрите. Я надеюсь, они не перепутаны. Мне такое чувство, что ванильный розовый это вот этот. Потому что он реально розовее. Видите? Ну ладно, сейчас увидим, сейчас посмотрим. Так, значит, это у нас точно 67-96. Нейтральный бежевый. Ну что ж. Вот хочется, знаете, сравнить. Прямо хочется сравнить. Значит, вот это вот нейтральный бежевый, теплый такой оттеночек, хорошенький, да? Давайте увеличим. Так, а это у нас 67-95. Такой вот он прям. Видите, оттенки прям по-разному идут. Давайте тут с вами их нанесем. Ну да, разница большая. Как бы ванильный беж, почему-то он бледнее, нежели нейтральный бежевый. То есть нейтральный бежевый, он более ванильный.
Ну что ж, беру ванильный 67,95. Отлично набирается. Угу. Ну и, конечно, ребят, маскирует на ура. Просто на ура. Видите, сразу. Ну да, удобно. Я очень люблю вообще кушоны от компании Faberlic за то, что они супер-мега качественные. Ими действительно очень-очень удобно делать макияж. Просто, видите, все недостатки практически стерты. Сейчас я в зеркальце еще посмотрюсь. Очень удобно тестировать продукт, когда есть зеркальце. Вообще полностью стерли. Угу. Так, в поры не забилось. Покрытие такое прикольное, хотя у меня крупные поры. И, конечно же, иногда бывает и не очень приятное ощущение. Так, возьму еще кисточку, макну вот так. Посмотрю, как набирается. Угу, кошак, привет. Ну, то есть таким образом. Очень удобно покрывать еще и кисточкой. То есть сделали с утра макияж этим кушончиком. А потом просто подправляете. Если вам вдруг нужно подправить. Тон прям мой, идеально мой. Мне понравилось. Перекрытие вообще очень крутое. Так, с другой стороны у меня лежит другая красота. Так, артикул 6796. Давайте будем пробовать его. Так, макаем. Его, кстати, надолго очень хватает. Да? То есть макнули. И прошлепали. Интересно, конечно, да. Ой, залезла на ту сторону. Ну, он видно, что он мне немножечко потемнее все-таки, да? Видите, вот эту линию разделения. Он мне потемнее будет. Мне вот тот предыдущий прям отлично подошел. Этот, конечно же, нет. Он слишком темный для меня. Вот. Но с другой стороны, тоже неплохой вариант. Тоже возьму новую кисть. И еще таким образом пройдусь. Потому что кушончиком нужно долго прибивать. А кисточкой раз-два и убрал. Разнес. Да, ну что хочется разнести. Значит, вот это для меня, для моей кожи он темноват. Ну, вы сами видите, да? Разница не маленькая. Вот то, что я его сюда шлепнула, вот тут у меня есть покраснение, то его сразу видно, это пятнышко. Разница большая. Угу. Ну вот, в принципе, такая красота. Да, перекрытие великолепное. На пятерку, просто на пятерку оба кушона. Блондин, брюнетки. Блондинки. Великолепно просто. Мне очень-очень понравилось. Ну, то, что цвета разные, тут можно сделать, быстренько выровнять. И можно так и тестировать помады и тени. В общем, пятерка с плюсом. Кушоны просто великолепные. Идеально просто. Очень хорошее перекрытие. Просто вот готовы ко всему. Сразу же нанесли. Вот вам чистый холст под макияж. И блондинкам, и брюнеткам. Даже синяки под глазами скрыли. Ну, практически скрыли, да? Может быть, чуть-чуть-то, конечно, и осталось. Но я туда особо-то и не залазила, как бы. Да? То есть не та эта кисточка, чтобы туда доставать по-хорошему. Но мне нравится. Но разница, как вы видите, имеется. Но, в принципе, не сильная, когда вот так вот по всему лицу разносишь, перемешивая два оттенка, да, получается здорово. В перемешку нормально заиграла, то есть по-человечески. Далее перейдем к такой красоте, как консилеры. Мне очень нравится эта идея. Вообще, да, видите, какой он классный. Выравнивающий консилер для лица 6 мл. Он идеален для области вокруг глаз, для лба и носогубных складок. Спонж для растушевки внутри крышки.
Значит, вот такие вот у нас три оттеночка. Фарфоровый, натуральный и бежевый. Красота, да и только. Значит, что он делает? Он делает взгляд более открытым и сияющим. Укрепляет и подтягивает кожу, делая гусиные лапки менее заметными. Ну что ж, посмотрим эту красоту. Я их все уже открыла. Они были в пленке, в тугой пленке. Все были закрыты. Так, значит, первый оттенок 6810. Поехали. Так. Ой, какой светлый, классный. Вообще супер. Значит, 6810. Фарфоровый. Вот это мой оттеночек. Прям шикарный очень. Так, следующий оттеночек 6811. Он называется натуральный. Ну, слушайте, тоже неплохой вариант. Разницы практически не вижу. Чуть-чуть потемнее, да? Совсем легонечко. Так, и следующий бежевый 6812. Угу. Бежевый он вообще подо все подойдет. Он вообще слился с моей рукой, видите? Бежевый вообще супер класс. Так, дальше давайте же с вами поищем эту штучку. Так. Угу. Как же ее достать? Слушайте, еле догадалась. Очень туго. Прям туго-туго. Угу. Это я оторвала нечаянно. Больше не буду. Так, ну, красота. Слушайте, спонжик вообще классный. Тут был клей, он хорошо держался, но я взяла и дернула. То есть, как бы, тут все хорошо. Честно вам говорю, все хорошо. Просто идеально. Такой вот супер спонжик. Тушуется. Могло бы тушеваться. Тоже великолепно. Так, ну, я его сейчас лакокапельку капну и приклею. Ну, слушайте, вообще просто втушевывается в кожу. И вы посмотрите, это на руке. То есть это на руке, как он прокрашивает морщинки. Ребят, это восторг. Это просто восторг. И дело тут не только в этом, но тут еще идет сочетание спонжика и сочетание, получается, самой сыворотки. Самого консилера. То есть очень хорошая текстура. Вы посмотрите, как идеально. То есть вот какие морщинки они были, да, на руке. Ничего не подчеркнулось, все осталось как есть. И он не забился ни в пору, никуда. То есть он отлично все выкрасил. Великолепно. Просто. Ну что ж, будем пробовать. Угу. Хорошо. Я довольна. Перекрытие просто бомбовое. То есть все-все-все подряд выравнивает. Сильное очень перекрытие. Так, ну что ж, поехали. 6812. Ну вот, слушайте, самый темный цвет. Мне хорошо. Не находите? Классно? Да, ну что ж, попробуем потушевать. Так, плохо, конечно, видно. Воспользуюсь кушончиком. Ну, слушайте, смотрите, прям идеально. Очень удобно. Угу. Ну, пальчиком или им, мне кажется, даже без разницы. Просто идеально. Ну, это прям мой оттенок. Угу. Прям слился с тоном кожи. Круто. 6812 вообще отлично. Мне просто отлично подошел. Это самый темный оттенок, бежевый. Так, далее я беру наугад 6811. Это натуральный. Натуральный, натуральный. Так. Угу. То тут, видите, да, чуть-чуть можно попробовать это место. Как оно будет? Угу. Ну что ж. Значит, 6811. Угу. Ну, слушайте, тоже хорошо. Если подольше повбивать, то великолепно. Угу.
Я очень люблю консилером вот тут вот прорисовывать и вот тут вот еще прорисовывать, чтобы скулу выделять. Ну, как бы отлично. Мне очень нравится. Ну, конечно, это строго, вот этот спонжик, это строго-строго, только вы им можете пользоваться. Мне нравится, что нет абсолютно никакого блеска, что он не забивается в поры, что он не подчеркивает морщины. Например, как предыдущий очень плотный был First Class у нас, помните? Так вот, этот просто идеальный, просто наишикарнейший. Я бы сказала, что просто супер-мега. И вот эти вот морщинки, которые есть, да, то есть он их не собирает. Угу. Не собирает, не подчеркивает. Ну что для кожи, которой 40 лет исполнилось, да, в 23-м году, 2 октября, то я считаю, что очень даже неплохо. Так, ну и следующий, самый последний, это 6810 фарфоровый. Ну, это вообще, наверное, очень будет светло, да, фарфоровый. Давайте его где-нибудь тут. Ну, слушайте, прям очень светло. Угу. Да уж, хочется еще хотя бы еще сюда добавить, да? Уж совсем светлый. Так, вскрываем. Ну вот, знаете, мне кажется, что пальчиком, что им одинаково, да, то есть видите вот эту линию, она прям прорисовывается. Очень нравится, что он реально матовый, но я считаю, что вот этот спонжик, он нужен для того, чтобы прорисовать глаза, да, то есть вот смотрите, если я сюда лезу в глаз, то у меня вот он, ну хоть он впивается, а так я могу глазик прорисовать, то есть он нужен только для глаз, для прорисовки глаз, а по всему лицу, ну, быстрее будет пальчиком, серьезно вам говорю. То есть так слишком долго, да, сидеть, ждать, пока оно тут все растушуется, тыкать-тыкать. Да, ну неплохо, неплохо. Но и пальчиком тоже, смотрите, хорошо очень. Все, лицо готово. Видно, да, те части, которые нужно было высветлить, они высветлены идеально и наивеликолепнейше. Отличное, просто отличное. Что мне понравилось в нем, это такое вот крутое, прямо мега сочетание. То, что он и матовый, но не скатывается, и как First Class морщинки не выделяет. То есть глаза смотрятся супер-мега аккуратными и клевыми. И вот эта вот подушечка, но ее действительно в предыдущих очень сильно мега не хватало. Она до такой степени, как он даже сказать, да, такая вот прям хорошенькая. Еще когда она напитается им, да, то есть понятно, что она сейчас очень вкусно покушала, да, если так можно выразиться. Очень вкусно покушала, потому что она была абсолютно свеженькая. И, конечно же, первый слой она может и скушать. Но потом, когда она вот напитается, то получается просто супер великолепие. И причем я считаю, что достаточно вот такую губку просто вот на ватный диск капнуть, допустим, мицеллярочки протереть, да, и потом же на ватный, другой ватный диск капнуть, допустим, хлордексидина и также вот протереть. Все, проблем не будет уже. Угу. Шелушинка. Кстати, да, шелушение тоже он не подчеркивает, что это очень приятно. Мне понравилось. Просто очень понравилось, честно скажу вам. Прям все рекомендую. Это невероятно. Лицо просто вот прям на глазах расправилось, помолодело, где что нужно убрано. Все, чистый холст, подготовленный к нанесению румян, пудр, хайлайтера и так далее. То есть кому что нравится. Вообще просто идеальное средство. Ну что ж, мои дорогие, первую часть VIP-новинок каталога номер 4. Я считаю, что она закончена, потому что она и так очень сильно мега длинная. Но я вам желаю, конечно же, все эти новинки попробовать. Они классные. Начиная от коллагена бустера, попробуйте, да, возьмите тон посветлее. И, конечно же, заканчивая и кушоном. Кушон с выравнивающим консилером, это просто мега вау. Это просто круто. Такого продукта в компании еще не было. Я вам об этом сейчас заявляю серьезно.
серьезно, это абсолютно новый подход, это абсолютно новый продукт, это круто, это просто мега круто. Я в восторге, честно вам скажу, в полнейшем просто восторге. Давно в таком восторге я не была. Ну все, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.